опыта, почему бы нет? Если они находятся в разных плоскостях, то покрытие на вышке, то есть оно бывает, есть вот, разное, что я имею в виду, одно идеальное, то есть с небольшими такими шипами. В шестом заключительном там вообще возможно все 7 судей, 10 баллов. Это как... Уже 7 десятых, я с твоего позволения бы вот ручку взял, буду записывать, сколько у нас десятых сегодня будет. Хорошо. Есть только четверо. Ну, может быть, выстрелить Тима Бартель. Посмотрим. Попадание в финал — это, в принципе, так, полууспех уже для Владимира Арджиняна. Надо толкаться надо наверх. Так, значит, получается, делся до 9 места. Что ли еще будет? Кстати, если взять, мы всегда говорили, что итальянцев, особенно у прыгунов с трамплина... Ну, хорошая хореография, похожий элемент. Короче, не сфера. Уже, да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Конечно. Если нет физических качеств достаточно. Нет, ну, по-моему, вполне в форме. Мне как бы, не знаю. По-моему, сугубо личному взгляду, немножко тяжеловатый такой, слишком уж тело а получается. А голова, она весьма-весьма тяжелая. Да, то есть у него мозг срабатывает, что он раскрутил, а тело-то еще не выкрутил. И... Самый опытный и прославленный армянский прыгун в воду. Он по тональности выше или ниже, нежели погашенный прыжок? Он напряг, но все равно Томас Дели, чемпион мира. А смотрите, как рядом. Европы. Да все рядом. Тима Бартель рядом. В 6 баллах от Виктора Минимова. И Анатолий Калашников. И Ульяна. А Ульяна из Волгограда у нас. Не первый раз у нас ведь армянские спортсмены в финале чемпионата Европы. Это достаточно регулярно. Ой, и сразу входят. Но десятки ему не ставят. Но он доволен. Конечно, доволен. Высоты, 20 десяток в этом финале. Ну, конечно, насыпали. Но факт есть факт. 20 десяток было. И может даже, быть, еще будут. И даже вот этот парень Владимир Арджиняна. Два медали в синхроне. Самый большой успех армянской сборной. То, что он не дошел, для судей это как красная тряпка. Александр Бондарь, фантастика. Фантастика, ни одной помарки, уверенно, никогда, дорогие друзья. И Тима Бартель, почти 500 баллов без 9 десятых. Поздравляем немецкого спортсмена.